Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Дарк. Вот, в общем, не теряем времени, готовимся к ночи, потому что 4 часа, скоро будет ночь, что мы будем потом делать? Весь дом снова полон этой всякой заразы. Что делать? Что делать? Мне кажется, что нужно ее все-таки очистить. Ну вот уже получше, значительно меньше. Черт, что-то там сгорело. А что сгорело? Ладно, бог с ним. Шкаф на месте, дверь пускай будет так. Почти 5 часов. Так, надо подумать и проверить, что же у меня там с моим оружием. Да, у меня есть провод. Теперь я могу там что-то сделать на свиноферме, починить эти кабеля, подключить электричество. Я не знаю, что произойдет, но надеюсь, что-то произойдет, что-то изменится, и я что-то могу сделать с этой мутирующей свиноматкой. Может быть, какой-то сюрприз меня там ждет, не знаю. И... Так, ну ладно, об этом можно поговорить и позже, когда наступит ночь. А сейчас нужно подготовиться к ночи. А где моя лопата? Где моя лопата? Починить предмет. Починить лопату. Сделать капкан. Что еще? Окно забаррикадировано. Это бутылка, это посох. Это пусть лежит на месте. Грибов нет. Слушай, да, давай, наверное, проверим все-таки, что там с генератором. Да, все нормально, горючего хватит. Антидот. Да, ладно, пускай пока полежит здесь. Капкан на месте. Дверь работает. Гвозди есть, доски возьмем, одну оставим, таблетку лечит, если лечит, пускай лежит, ручейковый ремень, наверное, пока убрать, сделать еще один коктейль, бинт, наверное, конечно же, может пригодиться. Слушай, ну не знаю. Давай за место вил поставим ножик. Тем более его можно метнуть. Может, это как-то кого-нибудь задержит. Ну и все. Все. Побежали отключать, то есть включать генератор. И заколачиваться. Быстрее заколачивать все, что можно. Забаррикадироваться. Стол двигаем. Ну все. Все. Как в описании к игре написано, остается только молиться. Молиться и надеяться, что... Их сегодня будет меньше, чем прошлой ночи. Вот нету. Прошлая ночь была как бы с пистолета. Пускай он будет одноразовый, но как бы все равно с оружием я чувствовал себя более уверенно, чем с лопатой, с ножом и коктейлем молотова.
Надо будет, кстати, я не знаю, нанесу всего того хлама, которого нашел в тракторах, Петрику. Может, он действительно там смастерит ракету, и найдется у него место, и улетим мы из этого леса вместе с ним. Хотя мне верится с трудом, что из всего того хлама, который он ждет от меня, что-то можно сделать. Выхлопная труба, что там еще? Что там еще он просит? Ну, наверное, боковое зеркало, аккумулятор. Ну, аккумулятор, конечно, может быть полезен, в принципе-то. Вот, ручейковый ремень, наверное, тоже туда. Слушай, а вот если взять пистолет, в руки, и как мне писали, нажать перезарядку на буквочку R? Нет. Или перезарядка не работает, или у меня нету патроны, нету системы. Слушай, что у меня было там? Где моя лопата? Верните мне мою лопату. Заберите этот пистолет, верните мне лопату. Черт, уже. И с той стороны. Получи. Слушай, а если метнуть? Ни разу не метал нож. Сейчас попробую. На какую кнопку правильно нажать, чтобы метнуть? Ну, будем надеяться, что правильно. Нажму. Ну! Да... Черт! Ну все. Дометался. Зачем я взял этот нож, а? Надо было делать, как обычно, вот это вот коктейль Молотова и все. Нет, там что-то решил метать. Где этот нож? Я его метнул все-таки, наверное, да? Ай... Прежде чем что-то, наверное, делать новое, надо хотя бы потренироваться. Ну-ка, давай. Все, я его совсем не так метал. Надо было по-другому нажимать. Ладно, бог с ним. Торговец. Не буду я пока с тобой торговать. Включу генератор. Провод у меня. Ну все, отправлюсь, наверное, в этот, на свиноферму, попробую отремонтировать эти провода, подключить электроэнергию. Кстати, возьми лопату. Блин, обидно. Ну что же делать? В следующий раз будет лучше. Где? Вот. Осмотреть, построить. И... Так, ну, это все исправлено. Но я так подозреваю, что нужно будет запустить генератор. Да. И... И, конечно же, включить рубильник. К устройству подключено несметное количество проводов. Часть из них проходит под дверью и ведет наружу. На устройстве расположен рычаг и красная кнопка. Движение рычага ограничивает самодельный замок. На корпусе висит какая-то записка.
почитать записку. Напряжение регулируется рычагом. Предохранитель установлен на напряжении, которое парализует свиноматку на 15 секунд. Инструкция рабочей устанавливает рычаг посередине. Кормилец подает звуковой сигнал. Рабочий нажимает кнопку. Кормилец кормит свиноматку. Процедуру повторять до конца кормления. Помните, свиноматка – наше общее благо. Не срывать предохранитель. Слушай, мне, наверное, не нужно, чтобы она, да, там, парализовалась на 15 секунд. Мне нужно, чтобы она сдохла. Поэтому мне нужно, наверное, сорвать. Предохранитель? Ничего не происходит. Устройство работает на полную мощность. Нажать кнопку. По-моему, убей свинью. Открыто достижение. Сколько дыма в свинарнике. Слушай, похоже, там что-то произошло. А чтобы узнать, что там произошло, мне нужно туда сходить еще раз и посмотреть. Но, похоже, мы там поджарили кое-кого. А, колхозников больше нет, поэтому это будет такая спокойная прогулка к свиноматке. Хотя там бегают поросятки. Они некоторые, если их тронуть, могут тоже доставить достаточно неприятностей. Слушай, а ну-ка давай посмотрим. Нет, здесь ничего нет. Виллы я, по-моему, подобрал. Ну ладно, пускай пока полежат. Спокойно, спокойно, свинюшка. Слушай. Как-то... Вот черт! Я так и знал, что вот... Прям не хочу тратить... на тебя свою лопату, возьму-ка в руки вилы. Блин. Слушай, ну их здесь очень много. Готово. Может, это хотя бы меня не будет трогать, а? Да нет. Готово. Фух, да что же ты так дышишь, а? Нет, 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 нет. Короче, наверное, то, что я пришмалил... ихнюю матерь, наверное, это все-таки была их мать, они теперь очень уж сильно разобиделись на меня. И каждая свинья хочет меня обидеть. А у меня уже... И этих тоже зажгем. Лопатка-то не вечная. Да и жизни маловато. Не, ну к огню я уже не буду подходить, я уже ученый, да? К нему чуть ближе подойдешь, сам загоришься. И что же там? Слушай, мне прям нужен факел, чтобы это все рассмотреть. А факела у меня нет. И сделать я его не могу. Ну что ж, пошли. Мясо. Странное мясо. И здесь тоже странное мясо. Слушай, ну это же мне очень даже и нужно. Я могу приготовить эту сыворотку свою. Кстати, вилы выбросить. Ну все,
свиньи нет. А, вообще мало что от нее осталось. А что вообще, какой прок от всего этого? А? Какой прок? Быстро! Быстро! Бинт! Чуть не вляпался. Точнее сказать, вляпался, но чуть не сдох. Зачем я все это сделал, а? И что? Вилла? Труп? Подожди. А, смотри, здесь... чей-то труп. Однозарядный пистолет. Мощное оружие, но хватит на один выстрел. Слушай, ну, блин, это замечательно. Каракуль безумца. Пора моим хрюшкам ложиться в кровать. Большая мама хрюшка решила сказать. Их я посчитаю, чтобы сначала узнать, все ли мои хрюшки вернулись спать. Один поросенок, два поросенка, три. А вот смотри-ка, да? Что-то обведено красным и цифра 81. Что бы это значило? 1, 2, 3, 81. Ладно. Не знаю, что это. Может не понадобится, а может если понадобится, может код от чего-то. Слушай, ну тогда что? Тогда возвращаюсь домой, готовлю сыворотку, принимаю ее. И, наверное, не знаю, к Петрику может сбегать тогда. Поменять этот весь хлам на репутацию и, может быть, что-то прикупить у него. Сейчас посмотрим, насколько хватит время. Не как бы прок, всего лишь пистолет. Может быть, это какая-то важная записка. Может быть, это часть чего-то. Блин, бродят. Бродят эти злодеи. Готов. Тряпочка, бутылочка. Мелочно приятно. Капканчик. Как нет места в инвентаре? Ну как так? Место в инвентаре. Слушай, давай. Ну как так? Ну как так? Черт побери. Какой я неуклюжий. Это же уже не первый раз. Давай, бери этот металлолом. Тринадцать сорок четыре, да? 13:44. Металлолом убрать, к печке подойти, приготовить все, что можно. Так, таблетки убрать, ткань убрать, взять зеркало, ручейковый ремень, что еще? Аккумулятор, да? Аккумулятор.
Так, а больше, наверное, больше ничего такого у нас нет. Руль, еще где-то был руль. А этот руль я видел вообще далеко-далеко, там, по-моему, где свадьба была. Вообще в другом районе. Неужели придется возвращаться, бежать туда? Ну, не знаю. Я еще хотел забрать этот руль, блин. Назад. Назад. А, и где я вообще брожу? Можно, конечно, было там всех этих демонов разложить. Черт, здесь кто-то рычит. Но времени нет. Да, просто нет времени. Я бы, конечно, мог. Смотри-ка. Сигнальный факел. Спички. Бутылочки. Свеженький какой-то трупик. Свежачок. Я его раньше не видел. Вот что-то я не перестаю думать о том руле. Ну, может, ракету можно построить без руля. Показать предмет. Вот. Да, стабилизатор дверных замков в грузовом отсеке. Да? Еще две детали. Две детали всего лишь? Пожалуйста. Гибридный ракетный двигатель. Это аккумулятор. Мне нужна одна единственная деталь. Боковое зеркало. Улучшенная система отображения информации. Слушай, ну, по-моему, он того этого. Да, ну, наконец-то, теперь у меня есть все. Иди уже, ну, уходи, ну, пожалуйста, мне нужно установить детали в мою прекрасную ракету. А потом я буду летать, я тебя помашу оттуда, где не ступала нога еще ни одного человека. Слушай, он мне что-то дал, а я прозевал, что это было. Сейчас я посмотрю. Слушай, Петрик, ну, давай. Может, да, торговать, 400 репутации все-таки у меня есть, и я могу что-нибудь полезное у тебя купить, а мне нужно, знаешь что от тебя, карта старой рощи, нет, мне это не нужно, мне нужно вот это, и, наверное, это. Вот что он мне дал, сварочный аппарат. А сварочный аппарат, это значит, я думал, это какой-то там дрель какая-то. Я могу улучшить свой верстак. Вот как. Мне надо что-то добавить, чтобы хватило. Слушай, ну у меня мало есть что на продажу. Ну хватит, Петрик, ну... Будь человеком. Ладно, уберем эту металлическую трубку. Ну хорошо. Закрыть. И, наверное, уйти. То есть он мне не будет показывать, как будет строить ракету, да? Он мне просто этот подарил этот... как его называют? Сварочный аппарат. У меня есть сварочный аппарат. Груда металлолома. Ладно, пускай строит свою ракету, а мне нужно строить свое убежище, потому что, блин, лось этот... Лосяш, ты откуда здесь? Мне нужно строить свое убежище. Блин, я так к свиноферме пришел. Я думаю, когда
мы переживем эту ночь, может быть. Отправимся, наверное, знаешь куда с тобой? Мне хочется в силосную башню посмотреть. Но надо с танка забрать все там ништячки. Я думаю, тогда, наверное, быстро пробежимся к танку, и если время будет, тогда в силосную башню. Если? Да ну, даже если не переживем, все равно пойдем. А сейчас к колодцу напиться воды, отремонтировать лопату по возможности, если, конечно, остался там металлолом. Не, ну вот эту штуку, наверное, придется... Ну что делать? Придется сжечь. Как мне передвигаться-то в собственном доме? Да ни дверь закрыть, ни ничего. Так, эту закрываем. Проход починить. Не будем тратить. А здесь придется чинить. Здесь капкан. Пускай стоит. Пускай стоит капкан. Дверь зак... Вот так закрыть дверь. Слушай, все, все разрушили. Уже ни ванны, ни тумбочек, ничего не осталось в доме. Верстак. А чтобы улучшить верстак, нужен металлолом. А металлолома у меня нет. Металлолома у меня нет. Слушай, ну давай выберем, что важнее. Я думаю, что сейчас все-таки важнее починить лопату. И... Да. Сейчас я могу собрать этот... малокалиберный пистолет. Столько денег потрачено на все это. Ну, попробуем его не использовать. Кстати, коктейль Молотова. Слушай, а может быть, почему нет, да? Ну, кстати, может быть... Или панель быстрого доступа увеличить, или... Рюкзак сделать побольше, а? Что лучше? Давай, наверное, инвентарь. Инвентарь. А в следующий раз обещаю. Панель быстрого доступа лучше. Слушай, ну все. 18.06. Генератор. Пистолет сюда. Слушай, надо досок взять, да? Да, ну и все, можно включать, в принципе, генератор. Закрываю. И капкан. Есть капкан. Давай-ка, наверное, его куда-нибудь сюда поставим. Ну и все.
лопату на место. Нож, я думаю, что пока убрать. Хотя не знаю, пускай будет нож здесь, это сюда, оружейные детали. Слушай, а откуда они у меня? Может, мне он подарил и сварочный аппарат, и оружейные детали? Чё-то я не заметил. Не заметил. Может быть. Петрик, если это так, я тебя не забуду. Я тебе могу еще один аккумулятор притащить. Просто так. Ну и что? Все, наверное. Блин, просто катастрофическая нехватка металлолома. Надо как-то все остановиться и больше не делать эти капканы, потому что, ну, это очень много тратится металлолома на это все дело. А он нужен для изготовления, для починки, для всего остального. Может быть, этой ночью никто не придет ко мне? Ну хватит, сколько можно? Вы прошлую ночь меня сожрали. Хватит? Сколько можно? Давай, наверное, на всякий случай коктейль Молотова в руки. А, вот смотри, шина, она тоже нужна была ему. Вот черт. Лопата. Короче, они не изменяют себе, все так же. Через эту дверь идут в наступление. Ну? Смотри-ка. Он капкан. Капкан обошел. Как так? Для чего я ставил этот капкан? Металлолом. Я его с перепугу так убрал. Лопатой просто. Ну ладно, будем ждать дальше. Смотри-ка. Что происходит? Что это происходит, черт побери? Где мой коктейль Молотова? Не, ну чему удивляться, да? Фу. Сколько на время? 1:30? Я не знаю, может, движение мебели это предвестник чего-то? Чего-то такого, что я еще не видел, с чем не знаком? Ну, с этим я еще не встречался. Хотя, может быть, убрать? Давай. Брось. Три часа. Нет? Похоже, никого нет. Давай-ка закроем лучше ее. Ну, уже 4 часа. 4:30 даже. Даже не пришлось стрелять с пистолетика сегодня нового. Вот как. Но еще не знаю. Еще 3 часа до утра, мало ли что может произойти. А я уже так что-то притаилось в тени. Наверное, нужно держаться ближе к свету.
А я уже обрадовался. Я уже обрадовался, думаю, все закончилось. А не тут-то было. Тогда, может быть, пистолет в руки? Черт, лампа погасла. Лампа погасла. Но это-то горит. Это-то горит. Какие-то призраки метаются во тьме. Слушайте, разлетайтесь, разлетайтесь уже. Утро. Сейчас встанет солнце, не успеете попрятаться. Кто потом будет виноват? Закрыть дверь. О, черт. И попался. Попался. Просто... Ну, не знаю, он сейчас исчезнет, дурень этот. Взял только капкан, мне испортил. Торговец. Ну, и что же у тебя выторговать, торговец, ты так? Металлолом, стоимость 10. Да, пожалуй, да. Пожалуй, да. Пистолет, этот тоже сюда. Уши сюда. Батарейка, пускай полежит. Ящик с инструментами, пускай тоже полежит. Не знаю, где он мне пригодится. Вот как-то таблетками я не привык пользоваться, может быть, зря. И хлебом тоже, хотя вроде как бы повышает что там, выносливость. Что еще? Ну, давай батарейку, наверное. Так, ты мне металлолом подтвердить. Потом, что у тебя еще нужно мне? Веревка. Веревка. Нет, ладно, обойдемся пока без веревки. Что мне нужно еще от тебя? Давай. Возьмем патрон. На будущее. Слушай, прям много всего. Торговать. Ну, давай, наверное, веревку. И на этом, наверное, пока все. И я улучшу верстак. И сделаю себе побольше ячеек, как и обещал. Ячеек быстрого доступа. И вот что мне нужно? Мне нужна какая-то вот такая, что это, камень или что это, не знаю. Но где его найти, тоже пока не знаю. Может, какие-то продаются? Взрывоопасная бочка. Ничего себе. Грозное оружие. Однозарядный дробовик. Нет, я этого делать не буду. Серп тоже не могу сделать. После двух выстрелов бесполезен. Черт, ну что за оружие такое, да? Здесь однозарядный дробовик. Здесь совсем только на два выстрела. Ладно. Пускай все остается так, как есть. Выложу, что не потребовалось. Патроны, батарейку. Металлолом убрать. Нож поставить сюда. Нет, нож убрать. Бинт сюда поставить. Таблетки на всякий случай сюда. Вилы пускай остаются. Однозарядный убрать. Вдруг как пальну. И...
Да и, наверное, этот тоже пистолет убрать. Нет, не сделать, а взять эту лампу. Ну и все. Все. А, блин, черт побери, надо же было сбегать. Хотя время не идет, значит, по идее, горючее тоже не должно тратиться, да? Выключу этот генератор. Надо будет его в следующий раз заправить. И отправлюсь я к танку. Потому что те все предметы, которые там были полезны, я не смог тогда утащить. Кстати, как-нибудь пойдем так, где не ходили. Черт, темно. Темно. Пойдем там, где не ходили. Что за стена такая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги! Нет, мне кажется, с этим я не справлюсь. Камень. Подымаем по пути быстренько, хватаем. Черт, ничего себе! Я не хочу умирать, я хочу жить. А мне кажется, придется умереть. Ну быстрее. Ну нет. Это уже не собачка, это какой-то волчара. Блин. Если меня не убьют, то я сам себя добью когда-нибудь. А? Как же с этим волком-то бороться? Не самое лучшее время для путешествий. Вот мой окровавленный рюкзак. Зато камешек подобрал. Черт, как же... Нет, ну тратить на него оружие, ну как бы не хочется. Сжечь его, может быть. Вот. Если вверх идти, то к танку и придем. О, черт! Это что за дела? Что за дела такие? Не, я, наверное, сожгу сейчас этого оленя. Блин, мне уже надоел. Хотя, наверное, это глупо, но хотя бы попробую. Ну его, просто обойду, да и все. Там еще один есть. Так, а здесь магазин среднего калибра, магазин малого калибра, патрон... Канистра с бензином, сигнальный факел. Здесь тряпочки, у него бутылочка, а таз, лопату в руки. Бей! Да бей! Да ударь же его, черт!
Слушай, ну еще столько смертей у меня не было ни разу. Стареем, наверное, стареем. Ну что делать? Придется бежать назад. Да потому что дождь идет. Спокойно, спокойно, спокойно. Бы нам не влезть никуда больше. Где-то стучится. Сжечь. Нет, все. Больше не буду тратить на вас коктейли. Это сильно дорого. Бутылка, тряпка всего лишь. Готов. Все-таки отомстил я этому дикарю. Камни. Рюкзак. Фонарь, тряпки. Все добро назад. Ну что? Что мы с тобой делать будем? Знаешь что, я, наверное, думаю, что давай-ка, все равно не получится, наверное, сходить на силосную башню. Давай-ка просто посмотрим здесь, наверху, этого глухого леса. Может, что-нибудь полезное мы еще найдем, кроме танка там и каких-нибудь неприятностей. Потому что мы здесь не были, а мало ли что. Мало ли что здесь может валяться. Надо все посмотреть. Надо все посмотреть. Только вот ни черта не видно. И лампа уже на исходе. Ну, значит, факел сделаем. Дровишки. А места-то нет. Места-то нет. Но гвозди-то можно забрать. Слушай, ну давай это сюда. Это сюда возьмем. Спокойно, спокойно. Камешек. Вот видишь? Блин, ну камень. Камень мы по-любому место найдем. Как камню-то не найти место? Я лучше что-нибудь выброшу. Что выбросить? Что можно выбросить? Давай сделаем вот так. И даже выбрасывать ничего не надо. Гвозди. Гвозди всегда полезны. Гвозди нужны. Блин, на карте жалко не отмечилось это место. Надо было сюда бы вернуться. Тринадцать тридцать шесть. Тринадцать тридцать шесть. Давай, давай, иди сюда.
ты, уворачивается. Бей, беги тогда, если не можешь бить, черт побери, опять помрешь. Закрывай двери. Фу. Нет, но я все-таки пойду покончу с ним. Я ж не могу успокоиться. Сейчас будет бросок ножа. Где он? Где, 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 где? Отходим. О, бросок был. Ну это что-то как-то не очень. Готов. Всего лишь тряпкая бутылка. Всего лишь тряпкая бутылка. Только нож теперь нужно найти, а? Где нож-то? Где нож? Может, в нем торчит? Ну, вот нож. Не знаю, удачным или неудачным был бросок, но он был. Слушай, ну закрывай все. Канистра у нас есть. Да. У нас есть с тобой канистра. Мы ее, наверное, выльем с тобой в генератор. Фу. Канистра пуста. Канистра-то пуста, но на два дня хватит. Дверь. Нормальная. Дверь. Тоже нормальная. Ремонтировать ничего не надо, да? Так, что же еще? Что же еще? Верстак. Так, 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 так. Починить предмет. Лопата. Нет, пока чинить не будем. Потому что там на два удара точно хватит. Я что, создавал это? У нас еще есть доска с гвоздями. А все остальное, наверное, припрячем. Металлолом. Камешек. Еще камешек. Два камешка. Это очень хорошо. Бутылки, наверное, тоже. Но остальное пускай остается. Слушай, ну, наверное, на этом я остановлюсь. Не очень, конечно, удачные были мои похождения. Три смерти, да? Если я не ошибаюсь. Но это было, конечно, много. Много. Так нельзя жить. Так нельзя жить. В следующий раз, шляпник, ты уж постарайся получше. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч.